если бы на проекте «Холостяк» говорили правду. Я стареющая экспортница. Ну а что мне оставалось делать? Хоть Инстаграм раскручу. Валера, не звони мне на «Холостяк», а то знают, что я замужем. Краще покорми детей. так купим, купим мы тебе ту машину. Так, Гальку там Аду прорекламировала. Про Колю фотографа тоже сказала. Блин, хоть бы Даврозу, хоть бы даврозу И еще фабрика стала осталась дяди Сережи. И все, и кредит можно будет закрывать. Ой, все равно. Даст мне розу. Мой бывший муж депутат все оплатил, лишь бы я к нему вернулась. Я еще и выиграю в этом проекте. О, спасибо. Блин, я не думала, что я так втюхаюсь. Он же мне нравится. Да я вписался сюда чисто подшпекать всех. А потом к бывшей вернусь.